Чтобы пользоваться 5G в мобильном телефоне, вам нужно смарт-устройство с поддержкой 5G и соответствующий мобильный пакет. Выбирая новый смартфон в интернет-магазине Telia, для удобства вы можете применить фильтр 5G. Так отобразятся только те девайсы, которые поддерживают 5G. Хотите узнать, есть ли в имеющемся у вас устройстве Android поддержка 5G? Проверьте настройки мобильной сети. Если в списке видна и сеть 5G, значит смартфон ее поддерживает. Устройства Apple имеют поддержку 5G, начиная с 12-го поколения iPhone и 2-го поколения модели SE. Поддержка 5G предлагается во всех пакетах Telia с объемом от 20 гигабайт. Если вы желаете пользоваться домашним интернетом 5G, просто введите свой адрес на сайте Telia. Так вам всегда будут предлагаться самые быстрые варианты соединения, доступные по вашему адресу, независимо от используемой технологии. Зона покрытия сети 5G постоянно расширяется. Самую точную и свежую информацию о зоне покрытия вы найдете на сайте Telia. Узнайте больше!